Генеральный партнер программы «Семечки от Мартина». Всегда солнечное настроение. Встречай весну с семечками от Мартина. Что скрывается под брендом «Янта»? Бескрайние поля, современное производство и технологии, труд тысяч людей и признание миллионов покупателей. Каждый день на вашем столе «Янта». «Янта» есть вкусно. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды в Приморье на понедельник, 24 марта. В Лесозаводске, в Дальнереченске переменная облачность и 5-6 градусов тепла. В Мельничном, Терне и в Дальнегорске облачно и от 6 до 8 градусов со знаком «плюс». В Ольге и в Ковалерово без осадков и 8-9 тепла. Без осадков и плюс 9 в Чугуевке и в Спасске Дальнем. В Пограничном и в Камне-Рыболове также 9 градусов тепла и без осадков. В Находке в Партизанске облачно, в Находке 4, а в Партизанске 9 градусов тепла. В Артеме, Славянке и в Уссурийске без осадков и от 7 до 11 градусов со знаком «плюс». Во Владивостоке переменная облачность, ветер южный, юго-западный, умеренный. Атмосферное давление будет медленно расти. Температура воздуха прогреется до 10 градусов тепла. Вань, очки надень. Остоптик. Наши очки носят все. Остоптик. Город Владивосток. Улица Русская, 46В. Прогноз погоды в местах отдыха в Приморье на понедельник, 24 марта. На островах Русском и Попово малооблачно и 5-8 градусов тепла. В пригородной зоне от Седанки до Садгорода без осадков и 9 со знаком «плюс». На Шамаре и Тавайзе также без осадков и 8-9 градусов со знаком в плюс. В Шкотовском районе облачно, в Кучлиново около 10 градусов тепла, в Анисимовке 7 градусов тепла, а в Штыково до 11 со знаком плюс. В Партизанском районе без осадков, во Владимир-Александровском 9, а в Тигровом 10 градусов тепла. В Лазовском районе малооблачно, в Преображении 7, а в Чистоводном 9 градусов тепла. В Арсеньеве плюс 7 и без осадков. В Кировском районе также без остатков. В Горных Ключах 9, а в Шмаковке 10 градусов тепла. Прогноз погоды в странах АТР на понедельник, 24 марта. На севере Японии без осадков, Саппоро 3 градуса тепла, на юге страны погода ясная, в Токио и в Осаке 15 со знаком «плюс». На севере Китая малооблачно, в Даляне 9, а в Харбине 15 градусов тепла. На юге небольшой дождь, в Шанхае плюс 17. На севере Корейского полуострова малооблачно, в Пхеньяне 16 градусов тепла. На юге Кореи без осадков, в Сеуле 13, а в Пусане 16 градусов со знаком «плюс». На Тайване ясно, в Тайбэе плюс 21. Небольшой дождь ожидается на севере Вьетнама. В Ханое 28, а в Дананге 25 градусов тепла. На юге без осадков, в Хошимине плюс 39. В Таиланде дождь, на Пхукете 29 градусов тепла. В Сингапуре и в Куала-Лумпуре дожди и 30-32 градуса со знаком «плюс».